Міне бүгін біз 26-сы шілде Мулюков Даймирдің үйінен жиналып тауға шайық деп атырмыз жылдағыдай. Міне мына 66 мәштесімен қораға дейін жетеміз. Одан ары қарай тек қана жаяу. Қора, Асылбай асуы, Чыжа, одан Текеліге шығамыз. Енді 2 күн жүреміз бе, 3 күн жүреміз бе? Жоқ, 4 күн жүреміз, ол әлі белгісіз. Уақыт көрсетеді. Менімен бірге болып, тамашалап көріңіздер. Ал жол болсын, жігіттер. Айбек! О, все, приехали, спать пора. Ты уже спишь? Да. Я расскажу что-нибудь. Нет? Молчит. Ну, с города выехали. О, нашей команде прибыло. Нурлан! Ержан! О, с прибытием! Туда иди, туда иди. Туда иди. Туда иди. Туда иди. Туда иди. Туда түгел жиналды жігіттер. Көшкетал ауылынан өттік, қапалға жетпей, енді міне ораға қарай бұрыламыз. Не спи,
Не равнина, здесь климат иной, здесь лавины идут одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Сколько баранов, а? Может, одного зацепим?
Откатились, да? Оттуда вот. Фототься. Короче, фотографируйте коров всяких. Поднимаемся уже 3 часа. Вот такой вот озеро. Ну что, с прошлого нашего похода остался, да? Хора, өзенің үстіне келіп тұрмыз. Каринское ущелье. Ну,
получается, видно ее? Сейчас мы на желтый цвет схорали. Сейчас будем спускаться по этой дороге. Говорю, матушку с сестрой хотел привезти, а потом в прошлый раз, когда здесь пешком прошелся, ну и нахер-то. Велик угробить. Да, жалко, конечно, по пути матушки. Ладно было бы, государство, служебная машина была бы, да? Свою жалко. Жалко. Развитие туризма, туризма, туризма. Вот единственный самый высокий водопад в Центральной Азии, Бурхан-Булак. Вот можно вот дорогу сделать. Вот на Шишиге едем. Вот. Одни мужики. Прошлое с песком. Пешком, когда спускались, ёлка. Всего 4 километра. Спускаемся, короче, вниз. Щели будем переходить чужу, а это вот кора, шумная речка, говорят, какие красивые места. Вот Шишига наша поехала, кругом земляника, короче, везде идешь прям по землянике, такая красота тут, вообще шикарное место. Пару слов, надо дрова готовить, некуда.
Ну что, вот мы приехали, оно все, приехали, все хорошо. Страшно? Ну, надо. Давайте я скажу быстро. Все начинается. Ладно, чтобы не работать. Завтра все начнется, да. 6 часов мы ехали, я думаю, завтра будет нелегко, но мы тогда пройдем, потому что это не первый раз. Вот. Главное сегодня хорошо отдохнуть, хорошо посидеть, хорошо пообщаться. А завтра со свежими силами в путь. А в путь? Вот туда. Путь вон туда. А мы дорогу знаем? Да. А дорогу мы знаем, медведей мы знаем. Ага. А что вы не остались? С нами вы переночевали. Если что, имейте в виду, мы здесь. А, счастливо. Болды, яр, мәштек кетті. Енді жай өзімесің. Место здесь, елки вот такие растут, шикарные, и вот река могучая. Че, очереди воламыз ба? Вон нормально вот здесь стояк. Ребята, давайте дрова, собираем. Река. Не надо. А? Сейчас момент, дом был грек, походу, что есть. Батарейка. Дага, домой рюкзак. Не-не-не, вон рюкзак. Там синий, это, вот он, да, там. Все, Фарух, мы до столы. Вон же в последний момент. Фарух за столом. Сау. Добрый вечер, уважаемые. Да, мурун хапхараза от сырвау керекте. Или зрители. Мы. Сендерге күлем, мен өзім өзім қалай таза емес. Таза. Жинамыз. Бар. Мынау бір сабын бар, бәреке. Сол тебе сабын. Тауреу бар. Менде тауреу бар. А. Барқма, кетет. Шампунь даже бар. Вот. Да, хорошо было. По-моему. Даник. Так, а потом я опять. Но он оказался. Макс. У нас такой лагерь. Здесь три палатки стоят. Вот я один-один отшельник. Тут тоже на камеру сниму. Это наш дастархан сегодня. Короче, там вещи везде лежат. Это вот кора. Там кушать готовим. А вот здесь такой костер на вечер. Будем сидеть у костра, истории рассказывать. Вот такое вот место шикарное.
кочерей. Скалы, скалы. Баган дала просался. Дяденька на камеру снимает. Буквально отошел от лагеря. Вот наш лагерь. Чуть-чуть буквально отошел. И вокруг везде горы. 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 Мы находимся в ущелье. Ущелье называется Кара. Там дальше Бурхан-Булак. Не знаю, завтра пойдем туда, нет. Короче, вот здесь гора. Вот эта гора. Вон там гора. А оттуда мы приехали. Вот так вот. Ну давайте улыбайтесь. Голодно же еще, чего у вас? Сейчас покушаем, будем сытые, довольны. Да. Что там, я в лес? 5 раз взял. Давайте подальше зовут Масат. Меня зовут Максат. Слева, нет, давайте да. Слева. Слева направо. Здравствуй, Максат. Расул. Да, это вот Расул. Добро пожаловать. Айбек. Айбек. Нурлан. Даник. Яр. Шамиль. Даник. Яр. Ержан. Фарух. Макс. Максим там Дамир. Да, Дамир. Воля костра. Максом начали, Максом запустили. Оператор жалует. Замкнул за круг. Знаете для чего? Чтобы утром проверить, все ли на месте. Да, да, да. Ну давайте, мужики, приятного аппетита. А, у вас там дамды босын? Вот они дурстап, жайлы жатып, жақсы дем алып. Ертең бұйырса, дағырай тауға шығамыз. Дамир, идем сюда. Теперь Шаме нужно найти кого-то. Да, жертву надо. Жертву надо. Что, я не иду, что ли? Не, нихуя. Не надо какой. Даника, все знаете, он уже сколько, 5 лет не ходил с вами в поход? Почему 5? 4 или 3? Да? 4 или 3 тоже срок. Даник фармацевт, любит свою профессию. К сожалению, не женат, а может, к счастью. Любит девушек. Счастье. Девушки его не любят. Хорошо, я с тобой смеюсь. Вот. Нурлан, это полностью медик, ну, по образованию не медик, он финансист, но знает больше, наверное, про медицину, чем любой из нас. Вот. Айбека вы все знаете, покоритель первого лагеря Эвереста, Килиманджаро, там что там, Эльбрус. Вот. Просто хороший триатлонист, мой сенсей, мой учитель, ну и Фарика тоже. А вот. Когда тебя нет, он по-другому говорит. Да, я знаю. Ты теперь не портишь, что ты говоришь? Все нормально идет, что ты портишь картину, блин? Потом сказал бы. Как я сказал, Расул Абзи. Это наш брат. Мы сейчас ведем общий проект. Мед. Горы. Горы, пасека, это все наше.
Вот. Фаруха, ну что, это известный узбек. Не будем добавлять единицы. Да. Вот. Единственное, его этот фара единственное, когда имя пишут, говорят тебе, кто делает, говорят, фара левая или правая, ты думаешь, бля, ну он вроде не левый, не правый, наверное, он центрист. Потом говорят, фарух, с двумя эрами с одной версией. Да? Ну, допустим, говорят, заебал он фарить просто. Кстати, да, с одной или с двумя? С двумя. Просто фарик. Да? Просто фарик. Фарик. По землю. Махсат, который не чуйский. Мы вот все 2000, наверное, 3-го года знакомы, да? Работаем. Мы с Максом уже 10 лет. В этом году у нас юбилей. Да, мы с ним вместе спили по палатке. Деревянная свадьба, да? Эй, знаешь, деревянная. Чуйский Макс, это мой сокурсник с колледжа. Мы с ним в колледже гремели, на красный диплом закончили вместе. Ты на красный заканчивал? Да. Мы еще вопрос задал. Я с тобой буду спать и сесть. Колледж, копали на колледже. Все понятно. 500 тенге в ваше время. В колледже коррупция приветствовалась, видишь? Не-не-не, ребят, без никакой коррупции. Республиканский медицинский колледж. Вот. И сразу показал все свое. Копали, табличку повесили сами. Я сейчас тебя буду представлять. Угодно. Просто. Ержана вы все знаете. А это просто Ержан, да? Вот, пьем уже какой год его спирт. А он у тебя наклоняется? Вот. Это человек, который практически ни одного похода не пропустил. Который легок на помине, а лег на сборы. Сегодня все видели, сегодня вовремя приехал. Вот. Жаву Нагай, да. Это наш человек уже с прошлого года, мы честно переживали, думали, не дойдет, а он лучше нас идет. Это вот настоящий арасанский джигит такой. Поэтому на следующий год пойдем в сторону Арасана. А, ребят, давайте за такой поход, я не знаю, мы сегодня как будто никуда не ходили, бля, ничего не болит. Я что-то вает, бля, когда с горы перевал один сделаешь, лежишь, бля, не то что там. Все, давайте. До тарелки дополз, потом до спальни. Бля, там если на тарелке допуст, то возможно до спальника не доползешь. Ну, ребят, значит, не накрыть? Нет. Давайте историю про эту полянку. Сказочная поляна, короче, почему называется? Здесь всякие. Осы алан сиқырлы алан деп аталады. Үйтіп аталатыны кезінде Текеліден осы жаққа қарай жол болған кезде бір мұғалым оқушыларды осы жерге алып кеп, сонда о алаңның ортасында бір есік ашық тұр екен. Бірақ енді оған кіргенге қорқады да, бұлар ойнап кетеді. Ойнап қайтып келсе, алаңда жаңағы ашық тұрған есік ғайып боп жоқ боп кетіпті. Содан бері осы жерді сиқырлы алаң деп аталады. Одан кейін түнде ана ергежелі кішкене адамдар көрінеді. Орыстар енді орысша гномик дейді ғой. Ала шатырдың ішінде жатқанда ана есігі ашыла бастайды. Сондай қызықтар болып жатады мына жерде. Побоялись туда зайти, она побоялась, детей не пустила туда, короче, пошли там грибы, яблоки, ягоды вот эти все пособирали. И назад возвращается, нету дверей. Ну, нету дверей, короче. Все. Чудо, блядь, чудо. Кушать хочет. И а после этого, да, называется? Нет, здесь много всяких этих, не объясню, не только поэтому называется. А что ты говорил насчет гномиков, что-то? Здесь, короче, это... Вот лежишь, спишь в палатке, и замок сам открывается. Вот костер горит, там отражение же видно. Ага. Кто стоит, человек стоит или еще что-то стоит. Никого нет, замок сам вот так открывается. Его держишь, короче, он стоит, замок отпускаешь, он сам, блин, просудился в палатку. Никого нет в отражении. Разговариваешь, все, молчит, не то, не то. А потом... Ни костер... ветра, ничего. Ничего нету.
Костер горит, короче, этот, отражение. И маленькие, короче, вот такие тени. Обычно, когда мы рядом, большие же тени. Здоровые, все видно. Вот как наши, допустим, с палатки нас видно сейчас. Как мы стоим возле костра. А то вот такие вот маленькие тени бегают, бегают. Карлики, да? Потом... Магвай. Наверное, не знаю. Да. Все, короче, этот, не пугайтесь. Что это страшно, нету. Соседи не режьте. Дарах, ну, вот сейчас и, как и раз это кровавая луна. Да. А вон она, кстати. 27-е. Не, она же с 27-го на 28-е же. Нет? Ну, или с 2... сегодня. Или с 26-го. Сегодня 26-е. Или с 26-го на 27-е. Нет, завтра. Завтра же с 27-го. Завтра на 28-го. Ну, выдохни, ладно. Ну, нету, значит, нормальная поляна. Сидим, костер ждем. Ну-ка, пошебурши его. Красота. Не, надо без этого.